натворили? Эй! Ну что, кто победил? Кто победил? Показывайте. Привет! Вы на канале Евкин ТВ. И сегодня с Евкой мы будем делать бублик большой. Точнее, не бублик, а пончик. Да? Да. Скажи пончик. Пончики. Пончик. Нет, не, мы будем не пончики, а пончик делать. Вот самые обыкновенные донатсы, только мы будем делать один огромный донат. Пончик. Да. Да. Что нам для этого надо? Тестико. Нам нужно тесто. Бамс! Ну что, будем начинать? Да! Да! Давай, нужно тесто немножко помять. Давай, помнем, давай, помогай мне. Давай, 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 мне хорошо. Давай, давай, давай. Так. Много! Сейчас мы сформируем лепешечку, посерединке вырежем дырочку. А мама, дома. Давай, сама, сама. Я думаю, такого размера пойдет, да? Он еще полежит, немножко раздуется, еще в духовке надуется, да? Yeah. И будет большой-большой. Помогай, Майя. Ура! Смотри. Красота. Бабачку. Да, давай покажем. Вот такой бублик у нас получится. Только он будет еще больше. Он еще в духовке раздуется. Okay. Доча, а что нам в духовке ждать? Ты же колдовать умеешь. Давай поколдуем. Yeah. Давай. Бин ли бон ли бум. Наш бублик уже остыл. Вот такой вот он у нас получился красивый. Пончик, аккуратно. Теперь вот у нас есть шоколад. Его немножко нужно растопить. Мы помажем наш пончик и красиво его украсим. Да? Да. Шоколад растопился. Смотри. Хочешь попробовать? Да. Язычком. Не, оно не сильно горячее. Как тебе? Я думаю. Красиво, да? А ничего, если будет стекать, это даже красивее. Пускай. Я мягко стекать, я мягко стекать. О, господи! Ева, какая ты красивая! Давай сначала вот этими штучками посыпем. Ты будешь сыпать, ты. Сейчас мама тебе даст. Красивенько посыпай. Вот так вот. Можно прям обильненько, да? Не жалеть. Ну, попробуй. Попробуй, вкусное? Да. Мяко. Хочешь пробовать? Да. А папу будешь звать? Да. Крики, папа! 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 Громче. Папа! Хо-хо-хо-хо-хо! Ничего себе у вас тут! Это что такое? Это скажи пончик. Это пончик? Да. Да? Ты уже, я вижу, пробуешь. Подожди, да? Подожди. А ты папе оставил? Папу подожди. Ничего себе. Это подожди, такой... подожди, подожди, Ева. Это такой большой пончик? Давайте, Тем. Знаете что? На счет три, кто больше откусит, тому у меня есть сюрприз. Угу. Кто да, больше откусит, пошел. Давай. Давай? Я первый. Давай вместе. Раз. Два. Три. Три. Вот это да! Папа, покажись. А как ты узнаешь? Посмотрите на меня. Показывайте, кто сколько откусил. Ну так.
Вкусно? Да. По-моему, победила дружба или нет? Да, еще. Нет, нет. Что там? Не, ну да, чё? Вы что там натворили? Эй! Ну чё, кто победил? Кто победил? Показывайте. Тут надо, кто больше шоколада съел с него. По-моему, Ева победила. Ева больше шоколада съела. Да? Да. Ты победила, что ли? Да. Да? Держи, Тоня. Это тебе приз. А что там? Смотри, какая. Как открывать? Что там? Там киса. Тебе киса попалась? Да. Что, давай открывать? Да. Ух ты! А покажите маме. А я вам не покажу, что у нее еще есть. А что? У кисы есть еще мисочка. Ух ты, боже ты мой. Ля-ля. Это что, правда маленькая миска? Да. Боже мой, Ева, смотри. А там что? Там, я так думаю, Наки, наверное, кинь. Ля-ля-ля. Будешь, смотри, тут сердечками мармеладка. Ой, ну-ка показывайте. Ребята. Тут даже на миске рыбка нарисована. Ну, она такая маленькая, что ее там еле видно. Смотри, у тебя киса облизывается. А папе что, ничего? Давайте папе утешительный приз тоже. Папа это любит. Вот, а? Это усы! У папы есть уже усы, папа, куда ему еще? Двое усов, сейчас на шоколадку приручу. Пап! Доча, это усы, смотри, у Дальше, папы усы. Дальше усики тоже, держи. Держи усики, вот так держи. Вот, да. Покажитесь. Нет. За краешек можно да, держать. Давайте подержу. Посмотри на маму. Там еще? Тут усы есть. А мне кажется, это наклейка. Да, усы наклейка. Мне кажется, нет. Я думаю, что это нужно приклеить на это мармелад. Нет? О! Слушайте, ребят, вы так похожи. Ну, давай, давай приклеим. Посмотри. Усики, покажи. И что все говорят на папу не похожи? Вылета? Упали усы. Ну что, давайте усатые заканчивать. Ставь лайк. И подписывайся на наш канал. Пока-пока! Пока! Пока! Ням-нямка, ням-ням! Чё, папа съел ням-нямку? Чё есть там?